сравнивает счет. Ну вот, сейчас на поле появился в продолжении болельщической темы, появился вот такой... Не сравнивает, конечно, счет, что-то я забегаю уже вперед. Размочил счет Павлюченко. Выскакивает болельщик, его спартаковцы, наверное, это болельщик московского «Спартака». Спокойно сами же спартаковцы его проваживают с поля. И он не может перелезть, болельщик, через заграждение, что он так и останется. Да. Ковач тем временем. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, вот это плохо. Вы знаете, это плохо, и я не удивлюсь, если вот за этот жест Ковач поплатится очень серьезной дисквалификацией. Так поступать с болельщиками нельзя, так ни с кем поступать нельзя, но это болельщик, понимаете, и применять против него запрещенный футбольный прием, конечно, это желтая карточка, могла бы быть и красная.